Всем привет! Тут у меня произошли роды мраморного тараканчика. Я надеюсь, через контейнер малышей разбежавшихся видно. Вот еще несколько штучек под мамашкой прячутся. Они реально крошечные. Вот такие ляльки-маляльки. Даже вот если ее потревожу сейчас, я не знаю, видим ли мы их, этих крошечек. Вон они разбегаются. Вот такие они рождаются. Вон они попрятались уже среди остального табора, так сказать. Тут их много, друзей и товарищей. Вот теперь вы видели все. Даже новорожденных мраморных тараканчиков. Вон они там прятались. Козявочки, букашечки. Беленькие. Они потемнеют довольно быстро. Считанные часы они станут темными, просто мелкими. Ну и будет пополнение в колонии мраморников для кормления и блефаров.